В эфире «Народные новости», в студии Яна Сараева. Здравствуйте. Как обычно, в начале выпуска главные темы. Заслуженная награда. Глава Мордовии вручил медали ветеранам, блокадникам и труженикам тыла. Среди лучших управленцев Поволжья двое жителей Мордовии. В Нижнем Новгороде прошел полуфинал конкурса «Лидеры России». Величайшие святыни на мордовской земле. В старейший храм республики привезли шип из тернового венца Спасителя и часть креста Господня. Откатная схема. Сотрудников Саранского механического завода подозревают во взяточничестве. Самые меткие люди Приволжья. В Саранске прошел чемпионат ПФО по дартс. Первого февраля в Доме Республики прошла церемония награждения юбилейной медалью 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Вручил заслуженные награды глава Мордовии Владимир Волков. Подробности расскажут Вячеслав Кузьменко и Станислав Семин. В Большом зале Дома Республики собрались те, кому мы обязаны жизнью и свободой. Те, кто громил фашистского зверя на полях сражений. Те, кто ковал победу в тылу. Те, кто пережил ужасы блокадного Ленинграда. Те, у кого детство прошло за колючей проволокой фашистских лагерей смерти. Эти люди достойны самых высоких наград. Им мы говорим спасибо. К сожалению, у меня нет уже возможности сказать спасибо моему отцу Дмитрию Алексеевичу, который был тяжело ранен в боях за город Изюм Харьковской области, награжден орденами и медалями. Но, тем не менее, для меня возможность лично поблагодарить каждого из вас, уважаемые фронтовики и ветераны, существует. И я действительно счастлив, что буду вручать большинство этих наград. То, что мы живем на этой земле, безусловно, ваша заслуга. В год 75-летия Победы в нашей стране пройдут различные торжественные мероприятия. Каждый из нас должен быть к этому причастен. Каждый человек, предки которых родились на мордовской земле, я считаю, должен приехать в свою родную деревню, в свой родной город, там, где похоронены его родители, деды и прадеды. Даже те деревни, как мы говорили, в которых, может, мало осталось людей, клониться той земле, где похоронены наши победители. И все сделать, чтобы эта земля жила. У каждого из награжденных своя история. В семье Сазиды Арюковой было 12 детей. Она самая младшая. Им пришлось пережить страшные дни в блокадном Ленинграде. Родилась я в Ленинграде. Ну, нас потом, когда начался, все говорили, продукты хватит, не знаю насколько. Но когда бомбежка, пробомбили склады, и нас отправили через Ладожское озеро в Кемерово. Там мы были. А когда ехали в Кемере, как мама рассказывала, здесь бомбили, и как раз детей отдельно. Биржи были, и взорвали дети, все это в озере утонули все. Федор Занькин 17-летним парнем ушел на фронт. Был командиром стрелкового отделения. Его грудь украшают боевые ордена. Но самая дорогая награда для ветерана – солдатская слава. В 43-м году взяли меня в армию. Там я работал, служил в Советском Союзе. Вот. Я работал в 3-м Белорусском фронте. Я получил орден славы 3-й степени. Вот. Получил, я сам даже не знал, я лежал в госпитале. Раиса Стасько в годы войны оставила детские игры и работала в колхозе наравне со взрослыми. Война началась, мне было 15 лет. Зимой я училась в школе, летом работала в колхозе. На быках пахали, землю обрабатывали, хлебушку давали нам, солдатикам, кормили их. Тяжело было, конечно, на быках работали женщины, как не тяжело. Ну, все равно вынесли все. Как бы тяжело не было, помогали родине. Не только медали получат представители старшего поколения. По решению президента страны Владимира Путина, к светлому празднику Победы ветеранам и всем приравненным к ним категориям будет выплачено 75 тысяч рублей. Труженикам тыла – 50 тысяч.
Это весомое подспорье, но не менее важны внимание и почет. Участники церемонии получили их в полной мере. Подобные мероприятия важны и для молодого поколения. Для меня такая церемония очень важна, я думаю, как и для всех присутствующих на этом торжестве, потому что каждый ветеран достоин самой великой похвалы, и медаль – это самое малое, чем мы можем отблагодарить их за такую великую победу. Добавлю, что это первое мероприятие в череде подобных событий. Награжден будет каждый ветеран, блокадник или тружник тыла. В Мордовии до 9 мая юбилейные медали получат 7400 человек. Вячеслав Кузьменко, Станислав Семин, Народные новости. Надо беречь каждый рубль. На заседании Совета по развитию местного самоуправления, который провел президент России Владимир Путин, министр финансов России Антон Силуанов процитировал нашего земляка Виктора Кидяева. Владимир Путин снова согласился с нашим земляком. На заседании Совета по развитию местного самоуправления президент поручил увеличить до 5% расходы на воплощение в жизнь пожеланий граждан. Благоустройство общественных территорий, приведение в порядок тех дворов и дорог, которые выбрали сами люди и прочее. Также он согласился с предложением нашего земляка Виктора Кидяева по увеличению призового фонда конкурса на лучшую муниципальную практику. Как вы знаете, с августа 2016 года правительство проводит конкурс на лучшую муниципальную практику. Общий объем призового фонда составляет 40 миллионов рублей. Эти деньги получают 24 муниципалитета-победителя. Положа руку на сердце, это весьма скромный приз. Просим вас, Владимир Владимирович, в разы увеличить премиальный фонд. По распоряжению президента 40 миллионов эта сумма выросла до 1 миллиарда рублей. Министр финансов Антон Силуанов согласился с важностью предоставления грантов, однако призвал не забывать и об основном направлении работы – реализации послания президента. В качестве аргумента он привел и слова депутата Государственной Думы, уроженца Мордовии Виктора Кидяева. «Как сказал Виктор Борисович, нужно беречь каждый рубль. Вот с этим я полностью согласен», – отметил Антон Силуанов. «Кто бы сомневался, с улыбкой», – ответил Владимир Путин. Состязание для руководителей нового поколения. 2 февраля в Нижнем Новгороде завершился полуфинал конкурса «Лидеры России». За выход в итоговый этап боролись 282 управленца. Двое жителей Мордовии оказались в числе лучших. Юлия Мамаева и Сергей Соколов побывали в центре событий и готовы рассказать все подробности. Каким должен быть руководитель нового поколения? Это на протяжении двух дней в Нижнем Новгороде обсуждали полуфиналисты конкурса «Лидеры России». Да и не только обсуждали, показывали и доказывали на своем примере. Окружной этап Приволжского федерального округа собрал почти 300 управленцев. Старт большой работе дали руководители проекта и почетные гости. Важность этого проекта трудно переоценить с учетом тех масштабных задач, которые сейчас стоят перед всей страной. И для их решения, конечно же, нужны талантливые, умные, целеустремленные специалисты, которые имеют опыт решения сложных задач. И этот конкурс дает возможность таким людям, стремящимся к постоянному развитию и ставящим перед собой высокие цели, использовать свои способности во благо нашего государства. В этом году конкурс управленцев проводится уже в третий раз. Организаторы отмечают, с каждым годом проект привлекает все больше и больше участников. К примеру, в этом году из регионов России на конкурс поступило почти 234 тысячи заявок. Значительная часть из ПФО. Почти каждая пятая заявка из поступивших на конкурс пришла именно из Приволжского федерального округа. Около 42 тысяч заявок. Интерес к конкурсу растет вообще. Появляются новые участники из новых сфер. Мы точно знаем, что спрос на управленцев в сфере науки тоже очень высок. Всех конкурсантов разделили на команды. В течение двух дней они сообща выполняли разные задания практически в режиме нон-стоп. Решали кейсы, обсуждали аналитические задачи и даже немного творили. Госслужащие, политики, предприниматели, люди науки и даже правоохранители. В этом году на «Лидеры России» собрались представители самых разных профессий. До полуфинала каждый из них прошел заочный этап и дистанционное тестирование, на которых смог доказать, им есть что предложить для дальнейшего развития своего региона. Среди амбициозных лидеров и 8 управленцев из Мордовии, в их числе проректор по экономике Мордовского университета Денис Окунев. В подобном конкурсе он участвует впервые. В беседе признался, волнительно, но оно того стоит. У нас блестящая группа, все очень хорошо подготовлены, заряжены на результат. Я думаю, вне зависимости от тех результатов, которые мы получим, этот конкурс дает очень серьезный стимул для саморазвития, для того, чтобы привнести что-то новое
в работу организации, в университет. Как и подобает настоящим лидерам, у участников конкурса есть свои приоритеты, интересы и цели. Они наглядно отражены вот на этом стенде. Интересно, что эти схемы управленцы создали своими руками с помощью обычных ниток. А вот здесь чуть дальше есть еще одна стена, стена заметок. Здесь можно оставить свой контактный телефон для дальнейшей связи. Все рассчитано на плодотворное общение. Итоги конкурса подвели 2 февраля. На торжественном ужине объявили имена 30 сильнейших управленцев. Среди них двое из Мордовии. Алексей Грибанов и Алексей Алтынов. Отмечу, что такой результат за 3-летнюю историю конкурса регион показал впервые. Неописуемые эмоции, буря восторга. Если честно, я, конечно, ждал, стремился, старался, готовился к конкурсу. Но, тем не менее, меня переполняет чувство гордости за республику, за свою семью, которая все эти 3 дня за меня переживала. Я очень рад за моего друга, товарища Алексея, который также победил. Я очень рад, что наконец-таки от Республики Мордовия мы вдвоем прошли финал. Мы будем стараться и дальше развивать и продвигать имя Мордовии на этом очень замечательном конкурсе. Наши лидеры продолжат борьбу за победу на заключительном всероссийском этапе. Он пройдет весной в городе Сочи. Юлия Мамаева, Сергей Соколов, Народные новости, Нижний Новгород. В Республиканском управлении Следственного комитета состоялась коллегия, на которой присутствовал глава Мордовии Владимир Волков и руководители силовых ведомств. Представители власти собрались вместе, чтобы подвести итоги работы за 2019, а также обозначить планы на текущий год. На основных показателях в своем докладе остановился руководитель ведомства Анатолий Ситников. Отмечено снижение количества убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и изнасилований, то есть преступлений, составляющих костяк нашей традиционной последовательности. Несмотря на такие тенденции в структуре преступности, удалось организовать окончание 756 уголовных дел. И это сопоставимые цифры с результатами прошлого года, с другой структурой преступности. Кроме того, Анатолий Ситников отметил, что в 2019 году был расследован ряд резонансных и труднодоказуемых преступлений, в их числе убийство священнослужителя в Тенгушево, замаскированное под безвестное исчезновение. Также был вычислен убийца пожилой женщины в Тарбеево, пытавшейся скрыть улики путем поджога ее дома. Непрестанно ведется работа по раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы. В истекшем году достигнута ясность по 22 преступлениям данной категории. После очередного эпизода серии задержан педофил, пристававший к девочкам в подъездах жилых домов в Пролетарском районе. Направлено в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, совершившей в 2002 году убийство в Октябрьском районе города. Эту работу мы обязаны продолжать, добиваясь основного принципа, принципа неотвратимости наказания за совершенные деяния. Необходимость в первую очередь качественного, а не количественного подхода к выполнению работы подчеркнул и глава республики Владимир Волков. Он отметил, что в 2019 году сотрудникам Следственного комитета удалось добиться высоких результатов сразу в нескольких направлениях. В первую очередь это раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений. Раскрываемость убийств составила более 90%. Изнасилованный факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью повлекших смерть претерпевших 100%. Причем результаты достигнуты по резонансным и сложным делам, которые традиционно принимает к производству Следственный комитет. Мы об этом все знаем. Это говорит о том, что люди работают, стараются работать с полной отдачей сил. Всего в ушедшем году Следственным комитетом окончено расследование 741 уголовного дела. Этот показатель превысил итоги работы ведомства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако общий процент раскрываемости снизился и составил 54,4%. Это говорит о том, что практически каждое второе преступление пока остается нераскрытым. Также на особом счету находятся правонарушения, связанные с мошенничеством, в том числе в сети интернет. Понимая, что далеко не все из них берутся в производство Следственного комитета. Но вопрос серьезный, причем в масштабах всей страны. Потому что вслед за малочисленным случаем могут возникнуть более серьезные факты электронного мошенничества с крупными суммами ущерба.
Поэтому вместе мы должны принимать дополнительные меры и еще больше заниматься превентивной работой, вопросами информационной безопасности. Кроме того, на заседании речь шла о безопасности детей, борьбе с распространением наркотиков и даже задержке заработной платы. Все эти аспекты в том числе контролирует Следственный комитет. После того, как все спикеры выступили с докладами, руководители правоохранительного блока во главе с лидером региона продолжили беседу за закрытыми дверьми. Анастасия Целигина, Иван Мизерский, «Народные новости». Коронавируса или грипп опасаются жители Мордовии, и на самом ли деле в Саранске втрое подорожали медицинские маски. А также ждет ли нас дефицит этого простейшего средства профилактики инфекции, разбирались Марина Василевская и Иван Мизерский. Эпидемии нет, хотя только с 20 по 26 января в Мордовии более 4500 раз поставили диагноз ОРВИ. Гриппа пока регистрируется лишь единичный случай, а до коронавируса в прямом смысле этих слов как до Китая. Однако в Саранске на расхват идут обычные медицинские маски. В начале февраля спрос на них всегда растет, а в этом году особенно. Цены на это простое, но эффективные средства профилактики в аптеках города разные. Однако люди начали жаловаться на резкое подорожание масок. Так ли это на самом деле, мы решили узнать на месте действий. Подорожали несколько раз. Нет, они не подорожали, они как были 45 рублей. 45 рублей 3 штуки. А можно мы их подснимем буквально? Они у вас на витрине представлены? Нет. Не успевают на витрине лежать. Раскупаются быстро, да? Нет, обычно. 70 рублей. Это обычные маски без каких-либо дополнительных? Обычные, самые обычные. А вот в аптеке чуть подальше, они стоят 45 рублей тоже. Ну, цены разные. Хотим у вас спросить, сколько они у вас стоят? Вообще нет масок? Их в принципе нет или их так быстро разобрали? В принципе нет, закончились просто. А какая цена у него была? 40 рублей. У нас сейчас их нет, они закончились. Ну, тогда скажите, сколько они стоили? Цены были разные, по 5 рублей были, по 9 в последний раз. То есть они у вас продаются поштучно? 3 маски 16 рублей и 5 масок 28 рублей. По факту цена зависит лишь от производителя и места продажи. Но в аптеках, где маски подешевле, их уже попросту нет. Разобрали. Впрочем, дефицит этого средства профилактики не предвидится, закончились, да закажут. А пока не стоит пренебрегать и другими мерами профилактики. Меньше бывать в людных местах, чаще мыть руки, пить витамины и беречь себя от стресса. В том числе не нервничать из-за возможности заболеть. Марина Василевская, Иван Мизерский. Народные новости. Санитарку из Ордатова отметили высокой правительственной наградой. Валентина Сидорова, сотрудница Дома социального обслуживания, получит звание заслуженного работника социальной защиты России. Соответствующий указ был подписан президентом страны Владимиром Путиным 30 января. О своем многолетнем и самоотверженном труде Валентина Сидорова рассказала нашей съемочной группе. В Ордатовском доме социального обслуживания Валентина Сидорова работает уже около 40 лет. В ее корпусе 103 пациента. Каждого она хорошо знает и о каждом заботится как о родном. С утра санитарка заступает на смену. Ее ждет много хлопот. Обеспечить уют и чистоту в каждой палате, позаботиться о проживающих, проводить их к столу и на медицинские процедуры. Работа непростая, но, как замечает сама Валентина, нужная и важная. Я окончила СПТУ в Ордатове, бухгалтеров, и пришла сюда работать. Сначала работала в столовой, а потом, когда замуж вышла, после родов я вышла вот в санитарке работать. Ну, работа мне моя нравится. Пускай она даже такая непрестижная, но я люблю ее. Я всю душу отдаю своей работе. Помогать людям – призвание непростое. Здесь нужны и хорошее физическое здоровье, и сила духа. С трудностями на протяжении многих лет помогают справляться оптимизм и любовь к людям, а дружный коллектив всегда готов поддержать. За годы по-настоящему самоотверженной работы Валентину Сидорову наградил президент России. Владимир Путин присвоил ей звание заслуженного работника социальной защиты. За санитарку коллеги порадовались и восприняли эту новость как большую общую победу. Она действительно относится к работе добросовестно, заслуживает это. До этого она была награждена почетными грамотами и интерната, районные, потом республиканские. Это все награды у нее эти имеются. И она действительно выбрана была комиссией министерства на такую вот высокую награду «Заслуженный работник России». Ко всем Валентина Сидорова старается найти индивидуальный подход. У каждого пациента свои особенности. Их санитарка учитывает, а жители Дома социального обслуживания отвечают ей благодарностью. Общение с людьми, как признается Валентина Сидорова, самая приятная часть ее работы, которую она ни на что не променяет.
А звание заслуженного работника социальной защиты – действительно заслуженная награда за большую любовь к людям и к своей профессии. Ирина Семенова, Владимир Надькин, Народные новости, Ордатовский район. 2 февраля в Иоанно-Богословский собор Саранска были доставлены величайшие святыни христианского мира. Часть шипа из стернового венца Иисуса Христа и часть честного животворящего древа креста Господня. После чего в старейшем храме Мордовии прошла уникальная миссионерская литургия. На богослужении побывали Елена Буданова и Андрей Просверкин. Ранним воскресным утром возле Иоанно-Богословского собора стали собираться верующие. По многочисленным просьбам прихожан сюда повторно был доставлен ковчег с шипом из стернового венца Спасителя Иисуса Христа и частицей честного и животворящего креста Господня. Это одна из главных святынь православного мира. Возле храма собрались казаки с хоругвями и иконами, священнослужители, горожане. Под звон колоколов торжественным крестным ходом святыни принесли вокруг собора. Это принесение является очень большим, значимым и знаковым событием для жизни, для сердца каждого православного христианина. Потому что, безусловно, одно дело читать Священное Писание, одно дело понимать и знать священную историю Нового Завета. Другое, совершенно другое дело – это быть, стоять, молиться, прикладываться к этим вещественным свидетельствам земной жизни Господа Иисуса Христа. Сразу после встречи святынь в Иоанно-Богословском соборе впервые в Мордовии состоялась миссионерская литургия. Это особенное богослужение. Молитвы произносятся вслух. Священник делает остановки и объясняет, что происходит в тот или иной момент божественной литургии. Те 3 года, что занимаюсь, очевидно, для меня стало, что потребность в этом есть такая очень серьезная. Раньше, действительно, особенно до революции, степень, скажем так, знакомства прихожан с православным богослужением, с его красотой, с его глубиной, она была несомненно выше. Святыни подлинные. За много веков они побывали в Палестине, в Константинополе, в Париже и Риме. Затем из Ватикана попали в Россию. И вот они перед нами – вещественное доказательство земной жизни Господа Иисуса Христа. Верующие с удовольствием поделились своими впечатлениями. Эмоции такие, радость и благоговение, мне кажется, на всех присутствующих в этом храме молящихся, потому что такое важное событие происходит не каждый день. Для кого-то это будет благодать в семье, а для кого-то радость, для кого-то это будет небольшое такое маленькое счастье. Ковчег с частицей шипа из тернового венца Иисуса Христа и частицей древа креста Господа пробудет в Иоанно-Богословском соборе месяц со 2 февраля по 1 марта до начала Великого Поста. Приложиться к величайшим святыням христианского мира верующие могут ежедневно с 7 утра до 19 часов. Утром и вечером в храме перед принесенными святынями будут совершаться молебны и акафисты. Елена Буданова, Андрей Просвиркин, Народные новости. Счастье в большой семье. Так считают 30 супружеских пар в селе Дракино Тарбеевского района. 2 семьи растят 4 детей, в 3 семьях по 5. А в семье Корнетовых воспитывают 6 детей и снова ждут пополнения. О буднях и проблемах многодетной семьи в следующем сюжете. О большой семье Любовь Корнетова мечтала еще с детства. У нее были 3 сестры, 3 лучшие подруги, с которыми связаны самые теплые воспоминания. 15 лет назад у Любови родилась дочь Кристина, а еще через 5 лет сын Александр. Постепенно мечта о большой семье сбылась. Сейчас у Любови, кроме дочери, 5 сыновей. Учится хорошо. Старшая в 9 классе, последний год учится. 2-й учится в 3-м классе, а 3-й в 1-й класс пошел в этом году. А остальные в садик ходят. Забот в семье Корнетовых хватает. Глава семейства трудится на мясокомбинате, а Любовь занимается хозяйством и воспитанием детей. Весной к повседневным делам прибавляются сад и огород. В свободное от учебы время по хозяйству помогает дочь Кристина. Я слежу за маленьким братом, помогаю братьям уроки делать. Ну и по дому убираюсь. Но, в принципе, это живем мы хорошо. В тесноте да не в обиде. Казалось бы, все хорошо, но для полного счастья многодетной семье не хватает только просторного жилья. Сейчас они восьмером ютятся в небольшом доме. Его покупали на материнский капитал после рождения 2-го ребенка. Уже 5 лет семья ждет переезда. В 2015 году обратились в администрацию района с заявлением о признании
нуждающимся в улучшении жилищных условий. Решение было принято положительно. И одновременно семья была включена в республиканский реестр претендентов на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий под категории «многодетная семья». В конце 2019 года программа, по которой Корнетовы должны были получить жилье, закрылась. Сейчас действует новая – комплексное развитие сельских территорий с другими условиями, но и по ней семья также может претендовать на заветные квадратные метры. Они стоят как претенденты на получение субсидий, как многодетная семья, порядковый номер 4-й ихний. Вот. Думаю, что в текущем году их очередь подойдет, и они получат субсидии. О Корнетовых и в сельской, и в районной администрации отзываются положительно и гордятся дружной семьей, которая совсем скоро станет еще больше. Надеемся, что их очередь подойдет как можно быстрее, и 2020-й принесет сразу два больших праздника – рождение 7-го ребенка и новоселье. Ольга Данилова, Иван Мизерский, Народные новости, Тарбиевский район. Память Владимира Сущинского чтят не только в Мордовии. К 75-летию Великой Победы в Красногорске откроют скульптуру, посвященную фронтовым кинооператорам. Прототипом ее стал «Наш земляк». Подробнее о памятнике, а также о самом Владимире Сущинском расскажут мои коллеги. С кинокамеры в руках прошел всю войну. Уроженец Саранска Владимир Сущинский был оператором фронтовых киногрупп Волховского, Ленинградского, 4-го и 1-го украинских фронтов. В его объективе были самые горячие бои, и один из них возле города-крепости Бреслау 22 февраля 1945 года стал для Сущинского последним. Память о легендарном фронтовом кинооператоре хранят и чтят в его родном городе. В 30-й школе Саранска есть музей, в котором можно увидеть фотографии и копии фронтовых писем Владимира Сущинского, а также парту памяти. Мы посчитали, что наш герой, замечательный кинооператор Сущинский Владимир Александрович был увековечен только в названии улицы. И поэтому мы посчитали, что это несправедливо. И сделали, начали создавать, вернее, и собирать материалы, посвященные вот как раз подвигу Владимира Александровича Сущинского. Но память о великом фронтовом операторе хранят не только в Мордовии. К 75-летию Победы рядом с Российским государственным архивом кинофотодокументов в Красногорске появится архитектурно-скульптурная композиция «Фронтовым кинооператорам посвящается». Центральным элементом скульптурной композиции станет бронзовая фигура высотой чуть более 3 метров, прообразом которой стал капитан Владимир Сущинский. Она будет стоять на постаменте в виде фотообъектива. Этот человек погиб с камерой в руках. И сумел, мы так считаем, что снять свою смерть. Его очень уважали. Он был человек, до 44-го года он прошел все фронта почти, сделал очень много, хроники создал. Поэтому вот решили, что его выберем прототипом. Скульпторы Андрей и Станислава Смоляниновы уже завершили работу над памятником. Торжественное открытие намечено на 6 мая 2020 года. Юлия Емельянова, Станислав Семин, Народные новости. Мордовские силовики разоблачили очередную коррупционную схему. По подозрению в получении взяток задержаны сотрудники одного из заводов Саранска. За что они брали мзду и какие суммы фигурируют в уголовном деле, узнаете из нашего сюжета. Правоохранители Мордовии задержали сотрудников Саранского механического завода. Заместитель директора и начальник отдела материально-технического снабжения предприятия подозреваются в получении взяток от предпринимателей за лоббирование их интересов при заключении государственных контрактов. В операции по их задержанию принимали участие сотрудники нескольких силовых структур – Управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД, Следственный комитет, ОФСБ, военная прокуратура Пензенского гарнизона и спецназ Росгвардии. Как установили оперативники, подозреваемые при исполнении государственных контрактов систематически получали незаконное денежное вознаграждение от руководителей коммерческих структур за продвижение их интересов. Так называемые откаты предназначались за заключение договоров поставок комплектующего оборудования, необходимого для исполнения контрактов. Таким образом, на подконтрольные счета фигурантов уголовного дела
были внесены денежные средства на общую сумму около 340 тысяч рублей. Кроме того, согласно результатам оперативных мероприятий, в Следственный комитет направлены дополнительные эпизоды преступной деятельности сотрудников завода. Известно, что подозреваемые активно сотрудничают со следствием. Также оперативники проверяют информацию о преступных махинациях других должностных лиц Саранского механического завода по факту особо крупного хищения бюджетных денег в рамках исполнения государственного заказа. Речь идет о сумме с 6 нулями. Эдуард Анютин специально для «Народных новостей». В Саранске завершился чемпионат Приволжского федерального округа по дартс. Площадкой его проведения стал стадион «Мордовия-Арена». Наша съемочная группа наблюдала за самыми меткими спортсменами Приволжья. В чемпионате Приволжского федерального округа по дартс приняли участие 120 спортсменов из 11 субъектов страны. На торжественной церемонии открытия с напутственной речью к участникам обратился первый заместитель министра спорта, молодежной политики и туризма Мордовии Вячеслав Учайкин. Я хочу пожелать, чтобы у вас присутствовала хладнокровие, твердость руки, меткость глаза для того, чтобы успешно выступить на наших соревнованиях. Всех благ и удачного выступления. Цель игры – не набрать, а наоборот списать баллы. В начале соревнования спортсмену начисляется 501 балл. Каждый участник совершает по 3 броска подряд, после чего ход переходит к следующему. И так по очереди. После каждого хода из текущего количества баллов вычитается ровно столько, сколько принес участнику бросок. Смысл в том, чтобы последняя попытка позволила списать баллы ровно до ноля. Соревнования проходили 2 дня. В первый выявляли сильнейших среди мужчин и женщин в одиночном разряде, во второй – в командном разряде. Участники соревнований отметили прекрасную организацию турнира. Очень хорошее место для проведения, такая замечательная арена. Вот, очень много места, пространства, хорошие мишени, то есть очень все здорово. По итогам соревнований лучшие игроки в одиночном разряде примут участие в финальной части чемпионата России, который состоится в Пензе в апреле. Ну а сильнейшие пары Приволжья будут состязаться на командном чемпионате страны, который впервые пройдет в Саранске в мае. Наталья Макарова, Денис Ноздрюхин, «Народные новости». 1 февраля в спорткомплексе «Мордовия» прошло первенство и чемпионат Приволжского федерального округа по карате «Киокусинкай». За сильнейшими каратистами Приволжья наблюдали Наталья Макарова и Денис Ноздрюхин. В первенстве Приволжского федерального округа приняли участие 196 спортсменов из 10 регионов, соревновавшихся в 3 возрастных группах. Состав участников чемпионата ПФО был намного скромнее, всего 27 каратистов из 6 субъектов страны. Турнир проходил по олимпийской системе. Проиграл, выбыл с поединками за 3-е место. Особая такая фишка получается на этом турнире, что через 3 недели у нас чемпионат и первенство России, который является отборочным на первенство и чемпионат Европы. Поэтому спортсмены выходят не просто подготовлены, а они еще стремятся не броситься на амбразуру танка, а вот именно так это аккуратно друг друга где-то победить. То есть более высокий технический потенциал показывает. Это заметно. Стараются не травмироваться, выигрывать чисто. На соревнованиях в Саранске в бригадах, оценивающих поединки участников, работали 5 рефери всероссийской категории, что придало турниру особый статус. На протяжении всего дня каратисты демонстрировали зрителям и судьям высокий уровень подготовки и волю к победе. Порадовали болельщиков и каратисты региона 13. С Сергеем Забатуриным мы пообщались сразу после полуфинального поединка. Я бы не сказал, что соперник был легкий. Мне кажется, пришлось удалось за счет выносливости, силы, удалось его перебить и в конце его задавить ударами рук и колени еще использовал. И я думаю, в связи с этим я бы смог выиграть и подбить его, пробил его немного. По итогам соревнований спортсменов наградили медалями и кубками, а лучшие каратисты получили возможность выступить на чемпионате и первенстве страны. Наталья Макарова, Денис Ноздрюхин, «Народные новости». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. В студии была Яна Сараева. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.